Здравствуйте, я рад вас приветствовать на обучающем интенсиве онлайн-кинотеатр 2.0 или как создать онлайн-кинотеатр в 2020 году. У нас сегодня февраль месяц 2020 года, и я вам хочу показать, как создать онлайн-кинотеатр на очень крутой теме. Честно говоря, данная тема настолько превосходная, что я не только не встречал лучшие решения на WordPress в тематике онлайн-кинотеатров, я в принципе не встречал темы лучше на WordPress. То есть она великолепного качества и великолепного дизайна. Смотрите, клиент может выбрать для себя, какой ему нравится дизайн, черный или он хочет работать с белым сайтом. Это вообще это очень круто. Плюс есть такая форма поиска, очень интересная. Смотрите, значит, слева у нас панель, менюшка, да, идет, а на главной странице контент, то есть с фильмами, выстроен в очень хорошем качестве. Ну, вернее, с очень хорошей структурой. Во-первых, очень красиво можно презентовать фильмы вот в таком варианте. Смотрите, баннер, постер, название, рейтинг фильма, все категории у нас идут, да, необходимые. Потом идут, получается, длительность фильма. Вот здесь кнопочки, такие, трейлер можно посмотреть. То есть полностью онлайн кинотеатр, можно поделиться, посмотреть другие новинки. Вот презентация актера. Посмотрите, как все великолепно здесь сделано. Давайте перейдем на главную страницу. Да, я хочу вам сказать, что эта тема относится к тем темам оформления, которые не нужно настраивать. То есть все, что вам нужно будет сделать, это установить тему, установить все необходимые плагины и закачать все необходимые настройки. И после этого нужно будет просто немножко модернизировать сайт и настроить контент, то есть заполнить своим контентом. Но это все я вам покажу, как делать, как это сделать в нашем интенсиве. Затем есть вариант вот с таким оформлением. То есть здесь описание, рейтинг, да, можно поделиться, трейлер и сам фильм. Да, и вот все метки необходимые. И есть вариант также, смотрите, здесь можно, если прокрутить дальше, есть вариант и здесь положить трейлер, а здесь уже описание и сам плеер. А также есть вариант, очень похожий на этот, но вот здесь, допустим, вот, это последние посты выгружаются, здесь также описание, посмотреть, открывается полная панелечка такая. И видите, идут всякие всплывающие окна, идут. Ну, в общем, это полноценный онлайн-кинотеатр, это лучшее, что я видел в принципе. Лучшее на готовых движках, ну, лучшего решения нету. Это реально лучшее решение на готовых движках, так что давайте приступим к созданию такого сайта.